Привет, дорогие зрители, это Days Gone, и мы с вами продолжаем. Итак, следующий у нас квест, если нас не поймают. Сходить ШИЗ за огнепроводным шнуром. Поехали. Так, как нам это лучше сделать? Ага. Понятно, проедем здесь. Так, ну байк заправлен почти. Думаю, бензина хватит. Да, я готов. Ты едешь? Место встречи помнишь? К западу от Милакмы Лейк. Да, я буду там. Эдди, ты на связи? Да, Диком, говори. Я подарил ему пса, и это сработало, как ты и сказал. Ну, я рада. Знаешь, ты хороший друг. Ему с тобой повезло. Зараза, мой байк уронила. Ох, ёп! Да, неплохо. Дик, это лагерь Lost Lake. Ты на связи? Привет, Рики. Я тебя искала. Я включила электричество почти по всему лагерю, в том числе и в моей хижине. Молодец. Слушай, я... Я даже нашла исправный водонагреватель. Наконец-то нырну под горячий душ. Ага, хорошо. А ты сам-то где? Слушай, мы с ШИЗа, мы поедем искать запальный шнур для динамита. Ну, чтобы замуровать пещеры. Ну и где искать? Единственное, где такое может быть, это... Рики, слушай, сигнал прерывается, я тебя не слышу. Поговорим потом. Как только вернемся... Ну, спасли бедолагу. Так, смотрим машину. Дик, ты меня слышишь? Да, Бухарь, что такое? Я просто хотел сказать спасибо за пса. Да ерунда, брат. Он сам за мной пошел. От него было не отвязаться. Что мне было делать? Эй, слезь с меня. Давай, ну-ка. Сам за тобой пошел. Ну-ну, слушай. Я назвал его Джеком. Да, Джек бы одобрил. Нет, Джек бы взбесился, потому я так и назвал. Ладно, тише, тише, парень. Все, все, хватит, хватит. Ладно, Дик, я пойду. Конец связи. Обращайся. Значит, Джек. Ну, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь, там безопасно. Лагерь? Где? Где? Покажи мне. Покажи, я пойду, да. Иди к Lost Lake. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Ах, я думал, мне конец. Охренеть. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Держись подальше от дорог и беги. Дикон Сент-Джон, это Ада Такер. Прием. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. Да господи, сколько у Такера еще работы-то будет? Ну, поехали.
Ага. Мародеры. Не будем с ними связываться. Эй, что ты делаешь? А ты как думаешь, мы зайдем к ним через черный ход? Пешком? Ты не сказал, что пойдем пешком? А ты типа хочешь погреметь там своим драндулетом? Ты прав. Эй, не ссы, мухой проскочим. Майк сказал, он послал тебя на переговоры с Карлосом. Старик тебе об этом рассказал. Да, да, расслышал. Ну, наверное, ничего страшного, что ты знаешь, раз ты и твой брательник теперь одни из нас. Видимо, все прошло удачно, раз мы теперь можем спокойно зайти к ним, как ты сказал, через черный ход. Переговоры-то нормально прошли. Для базара с обезьянами, которые обдолбались финциклидином. Но знаешь что? Если нас сегодня не поймают, это перемирие, может, и правда останется в силе. Даже несмотря на то, что у нас вышла стычка с ними в Кэмп-Роук. Карлос сказал, это была ошибка. Какие-то отщепенцы. В общем, он сказал, это не повторится. И ты ему веришь? А какие варианты? Я просто шестерка Майка, как и ты. Черт. Слышишь? Да, волки. Думаешь, зараженные? Ну, сейчас узнаем. А раньше как ты перебирался? Тут была деревянная лестница. Ее шахтеры оставили. Или спелеологи. Давай, иди сюда. Подсади меня. Ты готов? Да. Давай. Есть. Посмотри там, может, найдешь ту лестницу. А я здесь гляну, наверху. Давай быстрее, нужно успеть убраться отсюда, пока не рассвело. Да ну, а то я не знаю. Волки, берегись! Вижу! Ну зачем вы сюда полезли, а? Все, это последний. Шиза! Шиза, куда ты пропал? Погоди, погоди, сейчас. Так, ну пока порежем их. Не хочется просто так бросать мясо? Поедим в Лост-Лейке. Заодно кредиты заработаем. Голову береги. Ладно. Нашел у него в документах карту. На ней отмечены тропы лесной инспекции. Он наверняка рад, что ты роешься в его бумагах. Если не узнает, то и не расстроится. Ну-ну. Короче, как видишь, тропа в плохом состоянии. На карте отмечено, что она перекрыта. Видишь? Да, костер упокоителей. Раньше такие видел? Нет. Они называют это собранием. Я слышал, они там такое вытворяют. Давай обойдем. Даже смотреть неохота. Нет уж, давай посмотрим. Тебе что, жить надоело? Наоборот. Слушай, я хочу своими глазами увидеть, что у них там за ритуалы. Покойся с миром, покорись, вся эта хрень. Ладно, ладно. Но держись рядом.
если разделимся, нам кранты. Ну, веди. Да неужели отсюда не видно? Вот шизанутые. Подожди. Боли не чувствуют. Давай их обойдем. Читаешь мои мысли. Ты когда-нибудь такое видел? Нет, такое нет. Я тоже. Вот поэтому лучше не высовываться. Если нас заметят, на всех у нас пуль точно не хватит. Да уж. Ну, как сказать, у меня пулемет с автоматом плюс пистолет, я думаю, вполне хватит. Ну, реально психи сами себя режут. Твою мать. Пригнись, пригнись. Черт. Надо уйти от дороги. Да. Так, обойдем стороной. Ты знаешь, куда идти? А как же? А ты уверен, что нам сюда? Да. А что? Я здесь часто проезжал, еще давно. Что? Здесь моя жена работала. Тут была лаборатория к востоку от Iron Butte. Короче, я сюда ездил. И точно знаю, что транспортный комплекс в той стороне. Пойдем дальше. Сам увидишь. Нам сюда. Пригодится. Возьмем. Это что такое? Упокоители дудят в эти штуки, чтобы привлечь фриков. Идем. Нам только войны не хватало. Давай-ка ты лапу уберешь. Господи. Кто-нибудь, помогите. Идем. Пожалуйста. Давай, валим отсюда. Нет уж, мы не оставим ее фриканам. Что? Стой. Я сказал, мы ее не бросим. Ты забыл, зачем мы сюда пришли? Короче... Я понял. Ладно. Так. Держу. Я держу. У нее ноги сломаны. Она сама шагу не сделает. Ты знаешь, что делать. Идти надо. Тихо, милая. Слышишь? Все будет хорошо.
Сейчас все пройдет. Не бойся, сейчас все пройдет. Не бойся. Сейчас все пройдет, и все будет хорошо. Не бойся, милая. Все нормально? Да, нормально. Ты правильно поступил. Перестань, а? Нам всем приходилось. Хватит! Ну, блин, такая мощная сцена, конечно, жесткая. Просто лысые хреновые уроды со шрамами. Шизанутые. Тихо, сядь, сядь. Что? Блин, да что теперь-то? Орда, твою мать. Да не, это не Орда. А кто ж тогда это? Упокоители. Давай, пошли, пошли. Они на всю голову больные. Ты видел их лидера, Карлоса? Нет. Он из них самый страшный. Весь в шрамах. На спине, на руках, на ногах. Я поэтому и говорю Майку, с этими психами невозможно жить в мире. Я тебе сказал, я против Майка не пойду. Идем. Должен быть другой вход. Подожди. Давай, сначала осмотримся. В каком смысле? Мы же не знаем, что там внутри. Давай поглядим. Может, найдем что-нибудь. Да, ладно, давай. Почему бы и нет? Пройдись тут, может, что и найдешь. На что-то сгодится. Пригодится. Ну, пока все идет гладко. Что скажешь? В эту дверь? Стоп, тормозни! Ты же не знаешь, что там. И все равно идет. Ну давай. Сейчас ночь, там никого не будет. Не волнуйся. Ночь, да? Никого не будет. Трофей. Я его не видел. Даже опомниться не успел. И поэтому убежал, да? Неужели? Ох, блин, нашумели уже своей стрельбой. Главное, чтобы сюда никто не пришел. Ну, если эти уроды упороты, надеюсь, не воспримут стрельбу. Ага, такое бывает. Ну да. Слушай, я перед тобой в долгу. Серьезно. Ну-ка, помоги, здесь можно пролезть. Чё-то я сомневаюсь. Давай. Ну, ладно. И мы туда полезем? А есть выбор? Ты готов? Ага. Тяни. Пролезай, я подержу. Не, давай ты. Я держу. Иди.
Давай, пошел! Ладно. Ну, держи! Вот черт! Зараза! Да, да, заклинило. Тяни! Не идет. Так, ладно, не страшно. Ты иди в обход, я придумаю, как открыть боковую дверь. Отсюда. Дик! 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 Попал! А вот так? Получил? На! Вот так. На, сука! На! Хочешь огрести? Нравится? Долбанное логово шакалов. Паскуда. Ну, кажется, все. Ну, лезь уже. Все, порядок. Заперто. Да. Что за хрень? Я заперт на складе с кучей разъяренных шакалов. Сам-то как думаешь? Не так уж трудно. Пожалуйста, дверь открыта. Господи, ты цел? Всего лишь мелкий шакал? Пошли, надо искать запальный шнур. Что скажешь? Кабинет прораба наверху. Там они и должны быть. Прекрасно. И как нам туда попасть? Я тебя подсажу, давай. Стой, ты просто хочешь, чтобы я пошел первым на случай, если там кто есть? А, ну да, раскусил. Давай. Ладно. Так. Ну что, ты готов? Да. Ну, пошел. Господи. Все, я залез. Сейчас. Скинь мне что-нибудь, чтобы я забрался. Держи. Аккуратней. Спасибо. Вот что тебе получится взламывать замки, как Дикону. Не так уж трудно. О, походу оно. Бинго. Ну-ка, подержи, я достану. Могу и я достать. А, ну да, ты же мне не веришь. Вообще-то, верю. Пора отсюда валить. Шиза, я хочу сказать тебе спасибо. Да, ладно уж. За то, что пошел со мной, помог мне. Да ладно. Нет, правда. Нам ведь были не особенно рады в лагере. Все, перестань. Ладно? Ох уж эти разговоры по душам. Короче, как мы доберемся до лагеря, давай-ка ты... Что ты делаешь? Прости меня, брат. Выбора нет. Ты
знаешь, кто я? Нет. У вас же вроде бы нет имен. Мы идем по пути. Мои братья. Мои братья и сестры отказались от своих имен. А я нет. Пока что. Ага. Карлос. Джесси. Ты помнишь? Джесси, какого хрена? Я помню имя. Ну и все остальное. Помню, как ты, Бухарь и Джим держали меня. Пока Джек жег мне спину горелкой. Это было давно, и у нас тогда не было... О, да. Я тоже кричал, дело такое. Я помню, что в тот день я понял кое-что. Очень важное. Всю твою личность. Все, что делает тебя тем, кто ты есть. Это все можно выжить. Не останется ничего. Только имя. Вот в чем суть фриков. Я это понял. Вот почему мы должны стать такими, как они. Ну что... Будем дело делать или языком чесать? Дело мы сделаем. Дикен Сенчо. Но только не вдвоем же, правда? Нет, конечно, разве можно позабыть про старину Бухаря, верно? Мы закончим это дело вместе. Все втроем. Разок есть. А впереди еще сколько десяток? Или больше? Это ведь такая удача! Все трое! Ты, я, Бухарь, мы все живы. И снова встретились после конца света. Что ты сделал с Бухарем? Он пока не здесь. Но скоро будет. Ты подожди. Да, это ты. Выходит, не обозналась. Нет. Это не мое имя. Я встала на путь. У меня больше нет имени. Как и у других. Все, кого я любила, умерли. Лиза, послушай. Ты знаешь... Зачем нам быть, как они? Такими, как фрики. Нет. Потому что они не помнят, что потеряли. Кого потеряли? О, господи. Ну и ожог. Покинуть храм упокоителей. Я помню имя. Лиза. Лиза. Меня здесь нет. Да вон она уходит. Освободись.
Почувствуй боль. Почувствуй. Растворись у ней. Ощути пустоту единого разума. Освободись. Я тебя просвещу. Расвещайся. Всех перережем. Не идет. Понятно. Даже рану нечем обработать. Не так уж трудно. Ладно, надо сначала выжить. Долбаные психи. Костер, где этот долбаный костер? Подос, блин. Большой костер трудно не заметить. Вот ведь психи. Найти свое снаряжение. Мы единый разум. Мы найдены. Это здесь. Должно быть здесь. Нашел. Блин, живут как фрики, натурально. Вот скажи мне, в чем смысл, а? Тащите к себе сюда людей, измываетесь, забираете пожитки, а потом что, типа бросаете все в костер, так что ли? Ебануться. О, привет. А вот еще вопрос. Где мои цвета? Чего где? Цвета, жилет мой, где мой жилет? У кого? Не знаю. Ладно. Он только что ушел. Взял и ушел. Недавно ушел. Примкни к нам. Ты будешь найден.
Ага. Посмотрим, что тут у нас. Сюда. Только что ушел. Покойся с миром, урод. Следы свежие. А как пройти? Может, тут? Или надо вообще в другое здание? Ладно, обходим эту хрень. Так. Сюда нельзя. Видимо, сюда. Ну. Или... А, по следам. Куда ты упёрта? Привет. Сделай одолжение. Сними эту хрень. Мы вырежем твою душу! Спасибо. Покорись, тварь. Ай-яй-яй. Жди освобождения! Мы все избрали путь! А чё вы её трогаете-то, уроды, а? Она же одна из вас. Вот теперь можно пролезть. Ты не найдёшь путь! Нет! Нет! Я тебя упокою, сволочь! Лиза. Лиза, послушай. Они... Знаю, ты меня отпустила. Здесь опасно. Пойдем со мной, нет, пока... Ладно, не со мной, но ты должна бежать, потому что иначе они тебя убьют. Ты поняла меня? Да. Пошла! Так, короче... Беги со всех ног, не выходи на дорогу и не останавливайся. Давай. Следуешь пути! Ну, будем надеяться, она выживет. Вернусь на стоянку Iron Ridge. Мог ведь догадаться. А это что? Ох, как меня обеспечивают. Сейчас что-то будет. Ну, уроды, молитесь. Они уходят.
Бухарь, ты на связи? Если ты меня слышишь, этот козел Шиза меня сдал. К вам идут упокоители. Предупреди Майка. Да сдохни. Да. Ну, можно их байках погонять. Надо к своему вернуться. Блин, хрен ли он так медленно тащится? Быстрее никак нельзя. Надо вернуться к байку. Надо вернуться к байку. Ай-яй-яй. Надо найти тропу. О, тут самый амбар. Дома. Где костер? Вот, нашел. В это ввязался. Какой же я идиот. Мог ведь догадаться. Как я мог так подставиться? Это же Шиза. Так, что? До свидания. И сраный Джесси Уильямсон. Карлос. Отморозок зачуханный. Надо было Джеку не только татуху тебе сжечь. Надо было тебе глотку перерезать. Вот раскрыли бы, что у них там в прошлом было. Ну, в принципе, и так все понятно. Почти дошел. Бухарь! Лагерь Лост-Лейк, ответьте! Шиза едет к вам. И с ним упокоители, как поняли. Меня кто-нибудь слышит? Лост-Лейк! Черт! Да сдохни, тварь! Вон он, на месте. Да, Бухарь, ответь. Рики, лагерь Lost Lake, меня кто-нибудь слышит? Дикон? Да, это я. Черт, подожди. Дикон, Майк послал за тобой ребят. Рики, упокоителям нужен Бухарь. Дик, нет. Эй, не стреляйте, это Дикон. Майк послал нас за тобой. Упокоители! Гоните, я с ними разберусь. Надо скорее в лагерь. С этими я разберусь. Нужно их остановить. Началось. Останавливайтесь! Гоните! Да как-то слабо они гонят. Почти на месте! Упокоители! Ловушка! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! Не останавливайтесь! Уже рядом! Вы гоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны, пойду к рокам по мостику через болото! У
Увидите Бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Я понял. Сам Джон! Удачи, Дик! И вам тоже. Увидите Шиза, грохните, гада! Пройдет, порез неглубокий, все заживет. Так, слушай, слушай, посмотри на меня. Я ищу Бухаря и Шиза. Ты знаешь таких? Ты знаешь, где они? Я не знаю, не знаю. То есть, все это произошло так быстро. Они были повсюду. Упокоители, они захватили лагерь, они нас пытали. Они забрали меня и еще Джен, и Эрика, и Блейка. Так, как тебя зовут? Николь. Николь, ты стрелять умеешь? Умница. Да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди. Ох, попадос. Вот и война. Нравится, уроды? Нравится? Я больше не позволю этим скотам убивать наших. Покойся с миром. Черт! Да блин! Давай, давай, давай! Не так уж трудно. Тише, давай это потом. Вы же знаете, Николь, да? Идите на запад к пешеходному мосту. Она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда через болото. Ты послали, Николь. Мои молитвы услышим. А, круто. Беги. Спасибо. Ладно, Николь. Теперь дело за тобой. Спасибо. Так, лазарет. Погнали. Бронированный. Бухарь! Бухарь! Рики! Кто-нибудь! Дик! Я думала, потеряла тебя! Где? Где, Рики? Прикончим его! Да блин! Упокоители ломятся в лазарет! О, господи, сколько этой туши надо, блин, патронов всадить, я не понимаю. Рики, кто-нибудь. Дик, я думала, потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Где Шиза? Где? Где, Рики? Давай! Упокоители ломятся в лазарет. Да вы охренели меня с наносекунды сбривать. Рики, кто-нибудь. Дик, я думала, потеряла тебя. Рики, где Бухарь? Я видела его с Бухарем. Где? Где, Рики? Упокоители ломятся в лазарет. Черт. Держись, я иду туда. Дождись меня. Покорить. Вот черт, Рики! Черт, патронов мало. Надо к лазарету. Она знает, где Бухарь. Долбанный снайпер. О, отлично. И припасы отдай. Давай, давай, давай.
Все, сдох. Ну, слава богу. Нет. А теперь да. Опять. Твою... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Идиот. Да подохни. Ладно. Есть. Так, где-то хрен с дробовиком. Козлина. А, вот. Нет, пусти ее, пожалуйста. Нет. Вы потеряны, потеряны. Нет, 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 нет. Ты наружу вылезла. Я услышала крики. Не могла же я просто так сидеть. Стоп, 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 погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? Я ничего не понимаю. Ну, сейчас выясним. Ты как? Идем. Рики, ты прости меня. Это ты меня прости. Майк, это все просто недоразумение. Им нужно только... Напали на мой лагерь. Нужен. Убили моих людей. Это просто недоразумение. Что? Мы нарушили договор. Пришли на нашу землю. Которые украли наши припасы. Вы ах, напали ты на моих людей. Майк, послушай. У нас сделка. Ай-яй-яй-яй-яй. Покоритесь, братья. Покоритесь. Ну уж и заизлагай про сделку. Черт возьми, подожди. Ну, расскажи. Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Чего ты от меня хочешь? Да хорош придуриваться. Говори давай, пока я не перерезал тебе глотку. Ладно. Ладно! У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел. Не хотел сдавать лагерь. Клянусь, только их, этих двух. Его и Бухаря. Ах, они ему сука! Нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь. Я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Дик. Я рад, что ты жив. Отпусти его. Дик. Хорошо. Карлос. Он сказал правду насчет вашей сделки? Лгут лишь потерянные. Да. Правду. То есть, мы вам Дика, Уильяма, байкеров, или как вы их там зовете? И вы не трогаете Лос-Лейк? Вы упокоитесь с миром. Даю слово. Вот это гарантия. Твое слово. Великий царек великих упокоителей. Эй, эй, мы пришли под флагом перемирия. Да пошел ты! Это мой лагерь. Мои люди. Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом. Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны. Знаю только, что ты их не получишь. Майк, пожалуйста. Был уговор. Нет, вот уговор. Карлос.
и другого тебе не светит. Бери своих людей и проваливай отсюда нахрен. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь. И сейчас. Прежний союз в силе. Конечно. Я им уверен. Сучий пудра! Так. Ведите-ка этих на выход. Эй, мы не закончили, Карлос. Только рись, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать... Этого запереть! Да нахер мы сами с ним? Руки убери! Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить, как цивилизованные люди. И тогда он свое получит. Я не стану извиняться. Не стану. Я пытался спасти этот лагерь. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся. Слышите, не отступятся. Кто это был? Джесси. Да, мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света. Ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, гребаный псих. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзи Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать? Куда его увели? Я ему еще башку сверну. Нет, Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Молотовых возьми, патронов сколько унесешь. Ну и что ты задумал? Уверен, это плохая идея. Да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Ты со мной, брат? Да. А, да. Дик? Они не остановятся, 35%. Затянулась серия. Растерзанный. Топор упокоителя. Новый рецепт среди друзей. Фугас. Ты на связи? Дикон, ответь! Да, Рики, я здесь. Слушай, мне некогда. Что произошло? Я видела, они посадили Шиза под арест и... Да? Хорошо. Слушай, я сейчас занят. И Карлос со своими просто взял и уехал, после всего, что они сделали. Да? Я понял. Давай ты это лучше с Майком обсуди. Обсудим? Но мне надо с тобой поговорить, чтобы ты дров не наломал. Ну вот, мы же разговариваем. Лицом к лицу. Это важно. Ага, как всегда. Слушай, мне пора. Дик, подожди! А, извини, Рики, потом обсудим. Конец связи. Ой, да. Так, ну сохраняемся. А, сохраниться нельзя. Это не байка или постели. Так, ну я думаю, игра здесь сохраниться должна была. Ладно, друзья, у нас серия и так уже подзатянулась, поэтому продолжим с вами уже в следующей части. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все как всегда. Увидимся с вами в ближайшее время. Пока!